Ах, говорить, разговор поскорее начать в жестком вагоне гремучей ночной электрички, искренним быть, оставляя на слове печать мысли отличной от страха, обиды, привычки. Ах, говорить, теребить собеседника дар, ах, отыскать потайные смычки и отмычки, чтобы принять на себя откровенный удар, схожий со встречной слепящей купе электричкой. Ах, горевать, разговор не продолжится всласть, снова раздерганы, кинемся следом за веком, но не забыть этой встречи случайную власть и не воспомнить, о чем говорили, о том или этом.